Всем привет, друзья! С вами Закупыч. И смотрите, что я нашел. Это новенькие ботбоцы. Пятая серия, желтые капсулы, серия 5. Таких у меня на канале еще не было, поэтому мы сегодня откроем их. Это серия трансформеры Gold Rush Games, то есть золотые игры. Здесь можно найти золотые фигурки. Надеюсь, какая-нибудь золотая фигурка нам попадется. У меня на канале полно видео про ботбоцев. Введите в YouTube ботбоцы Закупыч или ботбоц Закупыч и найдете все мои видосики, если кому интересно, если кому понравятся вот такие игрушечки. У меня на обзоре два комплекта. Один такой стоит 700 рублей. То есть 700 рублей стоит этот и 700 рублей вот этот. Давайте начнем. Для меня самое интересное — это вот эти суши-дракон. Поэтому я его... Ой, посмотрите, моей кошке плохо. Она, как увидела ботбоцев, сразу ей хорошо стало. Мися? Как дела? Мися Андрик? Ой, Мися кайфует от жары. Да жара такая на улице стоит. Давайте начнем с вот этого, с вот этой пачечки. Так, серия 5. Открываем. Капсулу мы откроем в конце, чтобы было поинтереснее. Давайте, да? Так, вот так. А! Так, капсулу я просто оторву. О, пускай она тут лежит, как символ того, что у нас сегодня серия 5. Так, все остальное нам не нужно. И коллекционную бумажку мы сейчас смотреть не будем, потому что там спойлеры, там написаны все, кто нам попался. Так неинтересно играть. Давайте начнем с вот этого глаза. О, что за глаз такой? Смотрите, это глаз гипноглаз. Это вот такой робот-гипноглазер. С другой стороны, у него... А, у него прям выдвигаются ноги, смотрите, как длинные. То есть это как поршни. И мы можем поршни задвинуть обратно. Чик. Собрать их вместе. Потом вот эту колотушку, наверное, убрать вот сюда. И вот эту штуку перевернуть. Ага, это получилась фоткамера, по-моему. Да, это фотик. У меня уже была видеокамера, она тоже трансформировалась, а теперь это еще и фотокамера. Моя коллекция бутботсов прибыла. Но такого у меня не было, это точно. То есть это фотоаппарат, который потом чик, чик, ноги достаем ему. Единственное, что у него какая-то невнятная... А, ну все, я понял, это голова, типа это его глаз, который посередине, да? И вот так он должен выглядеть. Ну, слушайте, такой непонятный. Чуть-чуть он непонятный, мне он особо не нравится. Может быть, следующие бутботсики будут покруче. Давайте следующий посмотрим. О, это бутбот с ложкой, смотрите, он с этим, с аксессуаром. Да, смотрите-ка, это бутбот с аксессуаром. Аксессуар этот можно вынуть из руки? Да, это ложка. Ложку ее можно достать из него. Можно вставить ему в руку. То есть это такой, кто это? Это будто бы ларечек. Может быть, вот так должно быть? А, нет, так он складывается. Ну, давайте попробуем его сложить. То есть, поворачиваю сюда, поворачиваю вот сюда. Руки прячем назад. И ноги. И что это получается? Это как будто бы... Слушайте, я не знаю, что это такое. Это какая-то копна сена или что это такое? Что это? И куда ложку вставлять? Ложка, то есть, никуда не прячется? А, ложка, наверное, вот сюда вставляется. Все, я понял. Да, ложка сюда вставляется. Вот тут есть местечко для ложки. Смотрите, хоп. И это будто бы, как будто бы пирожное или тортик. Видите, ложку мы типа вставляем сверху, как будто бы это надо кушать. Вот, и потом мы его... Это как ананас был у нас, помните, с мечом в одной из прошлых серий. То есть потом я его трансформирую. Вот это наверх достаю. Ноги достаю. Ну, странно, а почему тогда рот ему закрывает? Наверное, вот так должно быть. Наверное, вот так должно быть все-таки. О, вот такой он должен быть. А, наверное... Вот, нет, так и не понял, что это. Почему? Это надо вверх или вниз его вставлять? И ложка вот такая. Не, ну слушайте, это приколюха. Мне вот это нравится. Мне нравится, почему? Потому что у него есть аксессуар, ложка, это классно. Это редкость. Давайте дальше смотреть. У нас есть теперь два бутботса, видите, были как роботы, трансформеры, а два бутботса у нас это как вот это подзорная труба, да? Вот, и мы ее должны сейчас будем трансформировать в что-то. Что-то, что такое. Так, вот это вставляем вот сюда. Потом вот это, наверное, выдергивается, да? Да, вот у него рука вышла. Это, скорее всего, рука или что это? Такое ощущение, что откуда-то должно что-то появиться. Как будто бы он выкручивается. Не, слушайте, что-то не получается. Ну что, это вот такой...
Это типа вот такой чувак должен быть? Я не поверю. Мне кажется, что тут не так. Просто у него там сверху что-то крутится. Как будто бы его можно вытащить. Но он не тянется. Ой-ой-ой. Я его сломал. А, все, понял. Это у него поворачивается просто лицо. То есть, видите, вот он такой, типа, с ручками стоит. Такой красавчик. И потом у него лицо поворачивается. Вот. Типа он смотрит в подзорную трубу, такой злодей. Все, я понял. Теперь, получается, мы отворачиваем руку. Эту руку прячем. Эту штуку ставим в бок. Так, вот так. И все. И у нас получается, опять же, бинокль. О, вот так. Чик. Вот такой. Ой, слушайте, прикольный. Прикольный, но сложно трансформируется, сложно догадаться. И последний, что это? Это будто бы сюрпризик. Будто бы маленький сюрпризик. И как тебя открыть? Опа, это ножки. Опа, ого-го. Ничего себе, какой малыш там внутри. И у него... Ха-ха-ха, у него крутятся ручки. Да, это, смотрите, это настоящий терминатор с ракетами. Это могут быть, наверное, как ракеты, так как и вот так, так и можно их просто раскрыть. А можно сделать, будто бы это у него наверху крылья. Да, это как будто бы летучий, не знаю, у него... как летучий рюкзак, то есть для полетов. Ой, вот так он выглядит сзади. Только я так и не понял, что это за дерево, что это такое. То есть он превращается во что? Потом мы обратно ему... Так, ну, вот так, хоп. Закрываем лицо. Вот что это такое? Это подарочек? Так, подожди, руки. Хоп. И вот сюда. Вот, теперь он не замыкается. Возможно, я что-то сделал не так. Он такой плотный был, а сейчас он какой-то неплотный. В чем дело? Ну, вот такой подарочек. Что это такое? Он не держится, что с ним? Почему ты не держишься? Не, я не знаю, что я сделал не так. Но он не держится. А, может быть, руки я неправильно поставил? То есть он прям разваливается. То, когда я его взял, он был прям плотно-плотно такой собранный. Вот что это такое? Это подарочек, да? Или это суши тоже? Не знаю, потом будем читать. Ну и остается у нас секретный, секретный желтый. Возможно, там будет редкий, возможно, и нет. Его нужно выдавить. Но он особо не давится. О, это золотая! Нам выпал золотой трансформер. Вот это да, это золотые очки. По-моему, у меня золотых очков не было. У меня были обычные очки. Это 3D-очки из кинотеатра. Видите, вот такие 3D-очки. И потом мы его трансформируем в сову. Вот здесь ушки достаем ей. Поворачиваем. И крылышки. Чик. И ножки здесь на месте. Да, у нас есть такой, только обычный. А это настоящая сова-трансформер. Посмотрите, какая золотая. Не, слушайте, здесь написано Китай C2528A. Ничего себе, я думаю, это достаточно редкость такая. Лапки, они достаются у него так нажатием, потом нажимаем обратно, поворачиваем и прячем ушки. И получается у нас 3D-очки для кинотеатра. Кто соскучился по кинотеатрам, вы пойдете в кино? На какой фильм? Как только кинотеатры откроются после карантина. Давайте теперь смотреть, кто есть кто, кто нам выпал. Конечно же, первая — это сова золотая. Самая крутая, это самый редкий сегодняшний трансформер. Называют его Gold. Gold D. Вот так, Gold дефис D, Gold. Ну, я буду называть его Gold. Это Winner цикл, ну, типа, золотая серия, супер-супер редкие. Слушайте, здесь даже есть лама из Фортнайта. Хочу вот такого найти в дальнейшем. Где он? А подзорная труба-то у нас редкая. Смотрите, две синие звездочки. Это редкий трансформер. И да, я его правильно трансформировал. Да-да-да, вот именно вот так он и должен трансформироваться. Зовут его Профессор Скоп. Ну, типа перископ, астроскоп, профессор Скоп. О. Это серия Альянс. А вот фотик оказался обычным. Зовут его Шудер. Одна звезда. И тоже мы его правильно трансформировали. Только единственное, что вот этот зеленый глаз должен смотреть вперед, да? И вот эта пушка. Но он такой мощный. Прям видно, что это мастер вооружения. То есть он должен хорошо стрелять. Серия Los Deliciosus. Снеки всякие. То есть это, по идее, какая-то пироженца, что-то вкусненькое. Зовут его Tamale Mel.
Tamale Mail и две звезды, то есть это редкие. И я его, да, неправильно трансформировал. Смотрите, здесь на рисунке указано, что ему нужно снять полностью вот эту штуку вниз. Да, вот так. То есть вот так его трансформирую. Вот так убираю назад. О, вот так он должен выглядеть. О, вот, вот это его правильная трансформация по рисунку. То есть вот так он должен стоять. А сзади у него вот этот ранец как бы собран. Или не знаю, или может быть как-нибудь так сделать. Ну может быть как крылья. Не знаю, мне нравится, когда как крылья они у него стоят. Вот так выглядит круче всего. Ну и последний наш обжора с ложечкой. Зовут его Чирос. Чирос, значит, получается, тоже продукт питания. Возможно, это как молоко с трубочкой должно быть. Я не понял, что это такое. Может быть, это молочный коктейль. Не знаю, пишите ваши версии в комментариях. По-английски, кто понимает, Чирос. Тут, наверное, в переводе разгадка. Но он мне понравился сегодня из всех больше всего. Вот именно вот этот, я считаю, самый приколюшный. Так, вот этих трансформеров мы убираем. И сейчас мы займемся трансформерами другими. Следующая пачка. Опа. Это все та же самая серия. Серия 5. Здесь должны попадаться новые трансформеры. Но по сути их очень мало. От серии 4 они ничем не отличаются. Если найдете 4 серию по акции, берите 4 серию. Потому что здесь отличий мало. Так, желтенький сюрприз мы оставим на потом. Надеюсь, буду надеяться, что там тоже будет золотой. Здесь коллекционная бумажка, но она будет точно такая же. А, и да, тут спойлеров-то нету, оказывается. Я вспомнил, что тут нет спойлеров. Это раньше в серии 1, 2, 3, там были спойлеры, там были написаны этапы трансформирования, как нужно трансформировать бутбоцы. Сейчас они об этом не пишут, то есть это просто перечень всех возможных бутбоцев, как в Lost Kitties. Это, по сути, Lost Kitties, только бутбоцы. Давайте открывать. Вот у нас также два трансформируемых. Оп. Вот кто это такой? Это трансформер Весельчак. Весельчак. У него сверху какая-то рыба торчит из него. Ну такой он прям веселый. Это прям очень веселый трансформер. Мне он очень нравится. Сзади он такой серебряный. И мы можем его 100% превратить в какую-то медальку, да? Типа вот так. Вот это. Или как? Вот так это должно закрываться, да? Чик. Ну, что-то вот эти клипсы за клипсы, они вообще не работают. Или неправильно я делаю что-то? А, надо было перевернуть. Все, я понял. Да, надо было перевернуть. И тогда вот теперь они должны встать в пазы. Да, все. Нашел. Во, и что это такое? Это печенюха или что это? Это как духи похожи на какие-нибудь иранские. Иранские духи продают в таких же штуках. Что это? Ну, застегиваться опять же плохо. Вот эту идею с клипсами вот этими, которые должны заходить в пазы, они резиновые, они плохо встают на место и как-то выглядят не айс. Вот, то есть это вот такой, не знаю, флакон, и потом он превращается вот в такого чувака. Опа, типа, чё? Так, кто тут наехал на моих дружков? Так, ну ладно, потом проверим, кто это. Давайте следующего, кто у нас в разобранном виде. Это компьютер. О, это мой первый компьютер. Мой первый компьютер выглядел примерно точно так же. Но в техникуме нас учили на таких же компах. То есть у него такие кулаки. Он может, видите, биться. Кулаки он может, наверное, потом спрятать. И у него колонки. Нет, таких крутых колонок раньше ни у кого не было. И хитрое лицо компьютерное. А можно как-нибудь его переключить, чтобы хитрое компьютерное лицо пропало? Ой, мышка, из него мышка вынимается. Вы себе представляете? То есть мышку отсюда можно отсоединить. То есть она отсоединяется, ее можно, скорее всего, куда-то спрятать. А, это он еще не разобранном виде. То есть вот это он вот так, наверное, прячем. Да? Клавиатура. То есть вот это обычный компьютер с злым лицом. Только это лицо же должно как-то, наверное, меняться, нет? Тут просто такое ощущение, что вот этот картридж должен меняться. Не, не получается. Так, ну ладно. То есть это компьютер с мышкой. И потом мы его трансформируем. Кулаки у него вылазят. Вот так наверх. И сзади у него достаются ноги. Да. Сзади достаются ноги. И все, больше ничего. Да.
То есть вот такой. А мышку? Ой, смотрите, какие внимания к деталям. Эта мышь даже оптическая, там вот лазер виден на ней. А мышь-то куда? Мы типа ему в руку даем? Типа он будет этой мышью драться со всеми? Ой, у меня отсоединился. Ну вот, типа такой. У него как лассо. А-а-а, сейчас я вам надаю. Ну слушайте. Это классный трансформер. Только вот здесь мне не дают покоя, что там. Как это поддеть? Ведь неспроста эта штука здесь. Может быть, это мышкой поддевается? А, он с рукой ее отрывает. Ладно, потом на фотке надо будет посмотреть. Я так и не понял. Может быть, ножницами? Давайте ножницами попробуем. Просто я сейчас сломаю. Ага. Что это? Что это такое? Типа загрузка, телефонный вызов? И зачем это делать? Типа я его спрятал. Тик-чик. Вот так он спрятался в компьютер. Хоп. Хоп. Мышка. Мышка оттуда идет. Вот такая мышка здесь. Вот такой обычный компьютер стоит на столе. И потом чик. Типа мы загрузили в него кассету. Не понял. Вообще не понял, что это. Давайте теперь смотреть на суши. Я обожаю суши. Единственное, что не забывайте выбирать только качественную рыбу для суши. Это вот такой дракон суша. Суша-дракон. А что с ним можно делать? У него крутится голова, а рот открывается? Не, ну рот у него не открывается, он просто статичный. А как его спрятать, этого дракона? Ведь мы, получается, видим постоянно, что это суша-дракон. Его никак нельзя прятать. И у него ноги вот эти прячутся вовнутрь, да? Или нет? Он даже может что-нибудь взять. У него ноги, видите, функциональные. Туда можно что-нибудь вставить. Все, я понял. То есть потом мы туда прячем дракона. Как-то вот так. Хоп. Сушенька закрывается. Ножки прячутся вовнутрь. И у нас получается самая обычная суша. А потом такой хоп. Ой, слушай, это прикольно. Это хорошо сделано. Хорошая... Ну, как бы, и тут мы можем, если мы, например, не можем достать... Ой, слушай, можно же вот так даже сделать. Если мы руки не сможем достать, мы можем их поддеть отсюда и, ну, как бы, вытолкать. О, вот такой у нас драконище получился. О, можно сказать, что он вот такой. Не, дракон вообще балдежный. Дракон мне понравился. И последнее чудо-юдо, непонятно, что это. Это, по-моему, свисток. А, это вот это, с днем рождения, знаете, вот эти дуделки, когда брум, и она выдвигается вперед. Поняли? Типа, вы берете вот так, свистите в нее, она... Трубочка, да, вот этой Happy Birthday to you. Вот это на нее похоже, и теперь давайте разбираться, как он трансформируется. Так, вот так мы ему вынимаем руки. Ой, это какой-то Человек-паук. Это паук-клоун, это из фильма «Оно». И ножки у него такие красненькие, видите, ботиночки. Вау, какой он классный, слушай, Валюх. Это клоун оно получается. Интересно, будет ли он стоять? Не все чёт классный. Ой, он хорошо стоит. Он прям отлично стоит. И такой прям вообще даже... У меня вообще, я не могу передать эмоции. Давайте теперь мы сейчас посмотрим, кто у нас секретный, и будем разбираться, кто из них кто. Так, секретный бот-бот. Надеюсь, опять же, это будет золотой. Один раз нам сегодня уже повезло. Проверим, повезет ли нам второй раз. Да! Это золотой пельмень! Это или это чебурек золотой? А что, всегда попадается золотой? Ну нет, это как бы редкость, типа, то есть это как повезет. Нам сегодня повезло, нам все выпили редкие. Вам может не повезти. Смотрите, опаньки, это булочка, крутышка, она в черных очках. Здесь мы достаем ему руки. Это какие-то клешни. И тут мы выдвигаем ему ноги снизу. Сейчас. Так, оп. Оп, опаньки, я выдвинул ему. Смотрите, это какой-то этот... Египетская сила, да? Это практически египетская сила. Сейчас мы будем про него читать, что это такое. Очень интересно. Давайте смотреть на нашего чебурека. Да, это самый редкий, который может быть. Голдим Сам. Голдим Сам. Какой-то чебуречек, который превращается в крутого типа. Ой, вот эти очки, конечно, крутости у него. Не, он реально офигенный. Офигенный, мне очень нравится. Далее наша сушенка.
Зовут его Васаби Бреч. Васаби Бреч. И мы его правильно там сформировали, то есть все правильно. Это сушка, которая превращается в драконище ужасного. Очередной обычный, то есть это не редкий никакой. Зовут его Буфлон. Буфлон, типа кулон. Наверное, это просто кулон, типа буфлон. Я так и не понял, что это такое. Ну, мы его правильно трансформировали, это самое главное. Компьютера мы тоже правильно трансформировали. Он редкий, две звезды. Data dump. Data dump, типа память или что, типа, ну, вы поняли, дата. Но это вообще data dump, это же как типа в биосе там есть такое написано. Вот, и да, получается, в разобранном виде, когда он робот, у него выдвигается экранчик. То есть, когда он робот, вы должны выдвинуть экранчик. Когда он просто компьютер, экранчик должен быть убран, и мышку нужно вставить ему в руку. Ну, тут, правда, плохая печать, ничего не понятно. Единственное, я не понимаю, неужели никто не спалит, что на компьютере такая морда? Эта морда напоминает Крэнка из «Черепашек-ниндзя». Надо было сделать, чтобы что-то менялось здесь, экранчик, типа он другой, типа обычный Windows, потом хоп, экранчик переворачиваешь, там морда. Странное решение. И последний наш клоун из фильма «Оно» — Свисток Вахвач Зе Гловн. Вахвач Зе Гловн. Ничего себе, какое длинное название. Это обычно, никакой не редкий. И вот такой клоун. Ну это прям реально фильм «Оно». Ужасный клоун из Ботботс, серия 5. Ну и все, наверное, на этом будем прощаться. Пишите в комментариях, какой клоун вам сегодня... Ну вообще, кто вам понравился больше всего? Давайте я свой рейтинг составлю. Мне первое место я отдаю клоуну. Клоун офигенный. Второе место я отдаю компьютеру. Комп тоже офигенный. Третье место я отдам золотому чебуреку. Золотой чебурек! Четвертое место вот этому железному человеку. Ну и за... А, они все классные, не знаю. Давай, мне легче сказать, кто мне не понравился. Давайте я вам покажу, кто мне не понравился. Так, мне не понравились золотые очки, потому что они у меня есть, но только обычные. Они сделали еще золотые. Не, мне не понравилось. Потом мне не понравился вот этот подзорная труба. Мне не понравился вот этот робот, который непонятно что месиво. Вот этот кулон мне тоже не понравился. А вот эти, вот мой топчик. Вот эти мне очень понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите больше бутбоксов. Чем, когда на этом видео будет 5000 лайков, мы снимаем продолжение бутбокс на канале Закупыч. Пока-пока.